Что, ребят, всем здравствуйте, да? Сегодня мы продолжаем проходить мафию, да? В прошлой серии что-то как-то, ну, остановил очень жестко, застрял на одном моменте, да, вот с этой машиной в такси. Вот, потом в итоге мы доехали в бар, посмотрели, что за игра. Вот, в принципе, игра прикольная, конечно, по графике такое, блядь, такое, но и игра, знаете, не 2010 года, как минимум, да? Вот. Хотя, с другой стороны, Dead Space вообще 2007-го, и какая там графика. Ну, ладно уж. Вот. Посмотрим, что сегодня будет в игре, посмотрим через задание. Вот. Я, ну, не смотрел ни разу ни прохождения по данной игре, да. Ну, там, может, мелькали какие-то, там, не знаю, моменты там из второй мафии, из третьей, из ремастеров вот этих ваших. Но полное прохождение я никогда не смотрел и, ну, всегда хотел пройти сам. Вот. Поэтому сажусь поудобнее. Кофеечек, покушать, пледик, удобное местоположение, ну, типа, удобно займите позу для вас, Ох, приятного аппетита, кто кушает, да, приятного чаепития, кто пьет просто чай или кофе, вот, а как если кофе, типа, кофеите, да. Приятного всем просмотра. Мы начинаем. О, привет! Так. Эй, вы не могли бы подбросить меня до центра? Дядь, ты чё? Районе? Ладно, ладно. Здесь пожил в церковь в деловом районе. А еще бы знать, где это. А куда мне ехать-то? Подожди, блядь. И как мне посмотреть, куда ехать, блядь? И куда мне ехать, блядь? Ну, тут, конечно, метки по-уебански сделаны, я не спорю, блядь. Кстати, видите, теперь она не подлагивает, потому что надо было оптимизацию включить, оказывается. Да, ну такое, типа. Такое, конечно, да. Бля, ну подожди, а куда ехать-то? Ты иди в пизду, блядь, чел. Встал, блядь. Куда только ехать-то, ёбаный рот. Это Silence Bar. Ну, а нам нужно куда? Автосервис там, вон, блядь. Блядь, а где, куда ехать-то? А, о, по компасу, точно. По компасу можно ехать же, да? Правильно? Давайте повернем сюда, блядь. Нам вот сюда ехать же, да? Да, нам по прямой ехать. Давайте прямо ехать же. Ну и чё, я прямо еду. И, блядь. Такое, честно говоря. Ай, блядь. Ну, может, ты назад будешь ехать, чел? А как там? Автомат. Бля, уебан, ты что ты делаешь-то? Смотри-ка, едет еще на меня. Что, я охренел, что ли? Да, чел там вообще, блядь, попутал берега, видимо. А где это находится-то, блядь? Мне бы понять, где это находится еще, блядь. Знаете? Блядь. Реально еще понять, где это находится? А, вон крестик же. Мне-то выше надо ехать. Все, на крестик, что ли, так понимаю, да? Вот этот ебучий, блядь. Да, но я не успею, наверное. Хотя, я сейчас Что? Кого, блядь? Ну да, ну ты понял, короче, да? Если сейчас, блядь, все быстренько сделать, то можно и успеть, блядь. Давай, под 140, хуярь. Нам, видимо, на крестик этот ебучий надо ехать в даунтаун, блин. Да, а время осталось очень-очень мало. Чё, в шашечки поиграем? Опа, шашечки пошли. Да, ну такие как шашечки, блядь, на почти 40 километров в час. Такое, конечно, такое. Ну, я так понимаю, нам нужно на крестик ехать, да? Угу. Давай, я успею. Не, я успею.
Да я успею же. Вот почему нельзя было реально в то время сделать нормальные метки хотя бы? А не вот это вот, блядь. На карту смотришь, там крестик где-то, где-то что-то еще. Должен знать полностью, где что находится. Ну такое, типа. Бля, чел, смотри, куда едешь. Это чуть-чуть было. Нарушение. Нарушение скорости. Ну окей, блядь. Да иди ты в пизду, блядь, чел. Да отсосешь ты нахуй. Блять, иди нахуй, бля, мусор ебачий. Ну вот отсосешь ты, ебать. Че, серьезно? А, да? Давай, Рещи. Ну садись. Алло, может ты сядешь? Чел. Да. И шоку. А, мне за ним, за вот этим челиком может ехать, не знаю. Ну, погнали за ним, чё. Ну, я так понимаю, мне туда на крестик мая, да? Ебашите. Ой, чел, блядь, ёбаный твой рот, нахуй. Дай мне проехать-то уже. Мусоров здесь нету? Нету. Ну все, блядь. Хуйню какой-то занимаешься, блядь. Конечно, я так понял, нам на крестик ехать. Ну, погнали на крестик сгоняем. Потому что, ну, он тут единственный, типа. Как я понимаю. Наверное, в даунтаун нам ехать. Да, такое. Жалко, вот нельзя ее пошире открыть, эту карту. Прям максимально ее открыть, посмотреть, где что находится вообще, в принципе-то. Ти-ри-ри. Давайте чуть дальше проедем, потому что там вот этот уебан сюда стоит, блядь. Там... Блядь. Здесь же мне можно ехать? Можно. Вот и все, блядь, не надо уебываться туда. Все, давай поворачивай, Рещи. Ой, бля, серьезно. Ну я чуть дальше вот туда проеду, блядь. Прости нахуй, но я чуть дальше тебя проеду. Да. Да. Тут еще надо пути, понимаете, тут еще надо пути выбирать, чтобы вот тебя реально, типа, не задержали. За то, что, типа, ты нарушил. Такое, типа. Но, с другой стороны, это придает реализма. Да. Или нет. Ну, при такой-то графике. Реализм прям хлещет. Но, с другой стороны, типа, говорят, что тут сюжет прям вау. Прям сюжет прям вау, реально. Поэтому ради него я как раз-таки и играю в нее. Ну, плюс я всегда хотел пройти, ну, типа, метро. Чел остановился что-то. Нам чуть дальше, да? Нам, наверное, вот сюда. Ладно, остановитесь здесь, возле лестницы. Да? Сюда? Сюда? Да, сюда. Спасибо, а. Вот вам за проезд. Все правильно. На крестик, значит, ездить. А ты кто, ёпта? Чего тебе нахуй? Чел. Что, блядь? Куда нам вообще вот... А, нам вообще вверх ехать. Ебанешься. Ну, видите, тут синяя стрелочка он есть. Такая на карте. Нам вверх вообще ебашить. Ебаный рот. Да, хостел, бля. Ну, кстати, классная миссия, если шо. Чисто, блядь. Чисто катаешься, блядь. Да, по городу. Зарабатываешь на такси, блядь. Ну, а чё ещё делать, ебать? О, блядь, аккуратненько, нахуй. Нью-Арк. Нам просто вверх надо ехать. Ты понимаю. Да иди ты нахуй, блядь, заебёшь, блядь. Пошёл в пизду, блядь. Ебись нахуй от меня, блядь. Бля, давай, разгоняйся, коломага, блядь. Ну разгоняйся, пожалуйста. Я прошу, разгоняйся, блядь. Нет, пошел нахуй, я сказал, блядь.
Бля, вот почему он быстрее меня едет? Я не пойму, блядь. Что это за неравноправие, блядь? И он даже еще до меня не доехал. Спасибо, да, такое, блядь, честно говоря. Давай, резче, выходи, ебать. За превышение скорости, нахуй. Охуеть, блядь. Давай, садись, алло, дядя, блядь. Может, ты, блядь, уже сядешь, не пойму, блядь. Погнали, блядь, ты в больницу-то уже. А как их различать-то, этих полицейских-то? Как они выглядят хотя бы, блядь? Или как они хотя бы на карте отмечены, типа? Навряд ли не отмечены, типа, как? Вон желтыми, блядь. Это, наверное, вот это троллейбусы, да? Троллейбусы? Да, это троллейбусы. А как тогда эти полицейские, блядь, отмечены, нахуй? Вон такси еще одно. Давай, резче, блядь. Ну, мужик, резче. Как полицейские тут выглядят? Ну, типа, навряд ли они просто, типа, синие, это, блин, на тачке синий, голубой ездят и все. Как они тут выглядят? А, вон, синяя машина, это они? Это они? Да, это они. Ну ладно, блядь. Блядь, чел, дай я проеду, блядь. Тут ты встал, блядь, как вкопанный, и все. Да все, да ты хочешь погоняться, что ли, не пойму? Алло, блядь. Дядя, блядь. Ну вот и все, иди в пизду. Ты че, блядь, мразь? Вот еще полицейский, да, нахуй? Что? Не, они синие, видите, я так понимаю, что? Я так понимаю, они типа синим таким этим прямоугольником отмечены вон на карте, видите, маленькой. Мы были беленьким, обычные жители зелененьким таким видным. Троллейбусы это желтые и синенькие это, ну, менты реально. Ну ладно. Блять, ебаной это, блядь. Так, ну ладно, он там еще, блядь, не подъедет, поэтому пошел он нахуй, блядь, сразу же, блядь. Так, сюда поворачиваем. Да. Да, конечно, все. Детализация вообще прям. Вау. Так. Детализация прям вау. Нам, короче, вот сюда, я так понимаю, сейчас. И просто по прямой херачить. Бля, чел, ну, может, ты проедешь, пожалуйста? Я прошу, ну, проедь, пожалуйста. Как там сигналить-то, блядь? Дядя, блядь, ну проедь, блядь, что ты, блядь, встал-то, нахуй, вкопанный? Ну вы серьезно сейчас? Из-за этого чела? Да. Может, ты проедешь? Пожалуйста, проедь. Встал, блядь, как вкопанный. Ну вот и, блядь, и что это было сейчас? Считайте, да, такое, блядь. Из-за чела, который вышел на дорогу, встали, нормально. Дай, блядь, проеду. Полицейских нигде нету. Ну и славненько, нахуй. О, блядь, тихо, аккуратненько, мужик. Конечно, понимаю, это троллейбус, блядь, но тоже, блядь, дистанцию-то имею. Так. Да уж. Ну все, у меня осталось, типа, что-то полминуты или что такое. Это здесь. Высадите меня прямо перед входом. А, мне туда аж прям надо заехать. Серьезно? Прямо ж сюда заезжать, ебать, что? Ну все, выходи, блядь. Спасибо, вот вам за проезд. До свидания, блядь. Все, это вся миссия, которая... И что, мне просто их развозить, блядь? Всю серию? Че ты там, блядь, она что-то говорит, блядь, но непонятно что, блядь. Алло, блядь, садись тоже, нахуй, если ты садишься. Наконец-то, блядь. Центр. А где он? Ой, бля, вообще. Центр на Австральном острове, блядь. О, понятно, блядь. Поехали, ебать, чё. Мадам, нахуй. Ну, это, например, нам сюда еще поворачивать, да? Да. Ну, если мы всю серию будем с вами развозить их на такси, ну, такое, типа, реально. Согласитесь, блядь, такое. Такое-то, да. Да, придется, типа, ну, больше вот этих моментов, где просто разводишь, вырезать и оставлять только смешные такие, знаете. Потому что, ну, блин, по мне, что... Ну, по мне это, типа, такое будет. Если всю серию просто вот так скучно будем ездить, развозить их куда-то. И все.
Ну, типа такое. Да. Нормально, чел выходит. Вообще, ну похуй. Нормально придумал. Давай в шашки. Там нет ментов. Ментов нету, все. Бля, нам на тот мост нужно. Ёбаный сука рот. И как мне тогда? Ну давай сюда поверну. Ладно, похуй. Сюда, блядь. Хуякс, хуякс. Смотри, что могу, блядь. Так, мне сейчас вот сюда. Сюда. Потом направо и налево. Направо и налево, да? Да. Главное, чтобы ментов тут не было. Вот это вот главное. Что ты там, блядь? Ну что, подрезал тебя? Ну и что? Ну что? Ну. Тихо, тихо, мужик, блядь. Алло, нахуй. Что ты мне, блядь, сверкаешь своим фармом-то? Не надо так. Так, нам вообще... А, ну да, нам на другой полуостров вообще ехать. Из даунтауна куда-то там. А, это, ну, типа из Нью-Арка, даунтаун куда-то. Централ Исланд. Да. Нельзя ли немного помедленнее? Вам не страшно, правда? Езжайте помедленнее. Вы водите как сумасшедший. Не, ну ментов вроде нигде нету. Да уже хорошо. Так, подожди. Нам по прямой дальше. По прямой. Да, и нам вот на ту сторону надо было. Ладно. Куда-то. Вот. Это сюда, здесь. Да? Высадите меня там. Да, здесь. Становишься здесь. Вот, держите деньги. До свидания. До свидания, блядь. А что-то говорили все это время, нихуя? Нормально. А, теперь ты чел, блядь, будешь... Это кто? Что-то знакомый чел. Добрый день. Отвезите меня в Хобокен, в бар Помпеи. Конечно, садитесь. Охуеть, блядь. Куда нахуй тебя отвезти, блядь? Дядя, блядь. И куда? Куда, блядь? А где это? А, ебать, нам... Ты понимаешь, куда нам ехать вообще, блядь? Мужик, блядь. Отвезти тебя, блядь. Это, блядь, сколько ты плачешь хотя, блядь? Ты не видишь, что $500? Такой себе, нахуй. Хотя, с другой стороны, ну, блядь, в любом случае, блядь, отвезите, блядь. От, ну, лучше, блядь, прилети туда, возьми самолет, блядь, или вертолет и, блядь, слетай, нахуй. Ты явно начал при бабках. Все, все, блядь. Оставьте сдачу. Ага. Мне нужно к автостоянке возле универсального... Да иди пешком, мужик, пожалуйста, блядь. Поедем через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. Охуенно, чел. Туннель-то нет тут, блядь. Как? Не понял, нахуй. Кому ты там бикаешь, ебать, все побики, блядь. Да. Что? А как? Где туннель тогда, чё, блядь? Блять, не пал я рот вот эти вот, блядь, без метки гонять. Такое, конечно. Ну как, метка есть, блядь, но GPS-а нету. Как сейчас в новых играх, да? Вот. Как в помладших играх. Что, блядь? Да. Ну, давай через мост тогда. Ну, это единственный, типа, выход проехать здесь. Что там никакого ебаного туннеля вашего нету, блядь. А, ну вот, да, все, понял, блядь. Просто время потеряли. Нормально, блядь. Блядь, мусора. Мусоров. Угу. Вот они, едут впереди еще менты. Блядь, скажи, что ты не поедешь вперед, пожалуйста, блядь. Блядь, ну пожалуйста. Мент. Блядь, ну серьезно. Он поворачивает. Блядь, я тоже. Вот за что вот эта вот хуйня мне сейчас, а? Вы мне скажите. Блядь, ну все, ебашь отсюда. Шел вот отсюда. И вот езжай, вот как ты хотел.
А я пойду вперед. Мне чисто вперед сейчас ебашить, в любом случае. Все, ментов здесь нету. Главное. Вам не кажется, что мы едем слишком быстро? А тебе не кажется, что ты, блядь, уебан, блядь? Бля, кстати, ну, кстати, время мало осталось, на самом деле. Блять, убавьте скорость, чел, ты мне дал, но у меня уже чуть-чуть осталось времени, ты о чем? Нам ехать еще, блять, смотри сколько, блять. Убавьте скорость, блять. Бал закрой, блять. Извиняюсь, блять. Russian такси, да? Или как он там, блять? Медвежье такси, блять, ой, блять. Закрой ебал и, блять, езжай. Давайте вот так тогда сейчас. Бля, ну сейчас если заново, ну такое, конечно. Как тут. Сейчас поворачиваем направо, значит, до конца, и все, и налево. Все, нам еще тогда надо прям разогнаться нормально так. Туда там, блядь, все время сейчас, блядь, мне осталось чуть-чуть, блядь, пожалуйста. Я успею, скажи, что я успею. Мне похуй на это уебано, блядь. Давай, давай, пожалуйста, блядь, пожалуйста. Я успею. Прошу, что пусть я успею. Нам сюда. Я успел, пожалуйста. Давай! Ну, машина, ебашь! Ну давай, блядь. Да не, я успел, в любом случае, наверное. Не, успел. Вы на месте, высадите меня здесь. Ну, блядь, чё, высади меня с ними. Нахуй иди, блядь. Этого должно хватить, возьмите деньги. Давай, все, иди отсюда. Надо было выпить кофе. Да, надо было не выпить кофе. Ебало разбить ему, ой, извиняюсь. Я хлебнул кофе в машине и расслабился. В ожидании, пока появится очередной клиент. Я заметил, что стою недалеко от бара Сальери. Нормально. Сейчас уснёт, да? Господи. Ух, ебать, что, блядь, это? Попался, крысёнок. Мистер Морелло сердит на тебя? Мы хотим преподать тебе небольшой урок, чтобы ты запомнил свое место. Нормально, блядь. Эти ублюдки запомнили номер моей машины и использовали его, чтобы выследить меня. Луи подправит тебе портрет. Нормально, блядь. На, ёпта. Блядь, нам вообще бежать, да, нужно? Реши его, хватит терять с ним время. Стало ясно, что мне нужно вносить номер. Сам я не смог бы справиться с этим подонком. Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. Бар Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить бейсбольный бит по голове. Бля, уже. Что это было? А что это, блядь? Бля, можно быстрее как-нибудь бежать, не? Блять, мужик, блять, да уйди! Вот, ой, блять. Ну, кстати, видите, он довольно-таки так медленно бежит, самое интересное. Стой, блять, нет, нахуй не буду стоять. Да, ой, бля, и куда мы заебашили, куда нам бежать? А куда? Бля, а куда? А куда мне бежать? А вот сюда, что ли? Да все, да я до свидания. Не будет проблем. У тебя будет проблем зато. Да. И что, нам вот сюда теперь? Серьезно? Ой, блядь, что? А как? Как он попал, блядь? Погнали, блядь. Все, погнали, блядь. Стало ясно, что мне нужно вносить номер. Сам я не смог бы справиться с этим подонком. Бля, серьезно? Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. А как он попадает-то по мне? Не понял, нахуй. Он меткий, что ли? Блядь, а как он по мне попадает-то, нахуй, сейчас? Не понял, блядь, сейчас прикола. Как он по мне попадает-то? Чел, ты до этого не попадал, блядь?
Сейчас смеешься, что ли, или как? Он, как он по мне попадает-то? Я не могу понять, блядь. Как он по мне попадает, то ебан. Понять бы еще, знаешь. Блять, забирайся. Нахуй этого. Пошел нахуй, ебан, блять. Давай, блять. Мы сможем, блять. 2 хп, блять, осталось у человека, блять, еще. Как он по мне попадает, этот уебан? Давай, давай, блядь, мы должны нахуй. Да как ты попал, ты, блядь, чел, ты смеешься? Да он до этого, блядь, вообще мазал, ебать. Вот сейчас мажет, блядь. А, нормально, блядь. Давай ты не будешь навлекаться, хорошо? Да ты смеешься, чел. Да, блядь, чел метки прям пиздец. Видели, он пират промазывал вообще, ебать. Максимально промазывал, блядь. И попал еще раз. Блядь, пиздец у метки, я хуею, чел. А можно как-нибудь быстрее бежать, я не знаю, тут? Или вообще? А, не, нельзя. Бежать быстрее нельзя. К сожалению. Ну, смотри, кстати, он что-то не стреляет, да? Он не догоняет, что ли? Ладно, он говорит, что у него наконец-то есть... Реально, он все забаговался, не догнал, что ли, или что, блядь? Или он где-то там застрелил машину, сбил нечаянно, блядь? А, не, он, блядь, бежит, блядь. Давай, мы добежим, блядь, мужик! Мы добежим! Да, блядь, уебан, иди нахуй. Мужик, пропусти. До свидания, блядь, все, блядь. Кому ты это мне говоришь? А, давай, зайди, блядь, к Сальери. Зайди к Сальери, блядь. Ну, нормально, просто закрыл. Нормально придумал. Угу. Бегущий человек. В тот раз парни Сальери спасли меня, но я оказался в очень неприятной ситуации. Я расплатился за ремонт машины, но мой босс не хотел иметь дело с теми, кто попадает в неприятности. Это вредит репутации. Угу. Когда я увидел, как шикарно одеты ребята Сальери, я подумал, что работать на него не так уж плохо. Кроме того, мне нечего было терять. Морелло охотился за мной, поэтому оставаться таксистом было опасно. Очень. Дело получать деньги Сальери была не такой уж безрадостной. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при деньгах. А, все-таки помогли. О, бля. А то, блядь, нормально так устроили, блядь. Машину разъебали. Вечеринка с коктейлями. Похоже, что Морелло действительно решил рассердить меня. Однако я разумный человек. Как тебя зовут, сынок? Томас Анджело. Я решил дать тебе шанс, Томми. Мне нравятся новые лица. Мы здесь одна большая семья. Ты уже знаешь Полли и Сэма. Uh-huh. Фрэнк – моя правая рука. Uh-huh. Он имеет дело с легальной стороной нашего бизнеса. За стойкой стоит Луиджи. Это дело не такое уж простое. Но Луиджи отлично готовит. Полли познакомит тебя с Винченцо и Ральфи. У нас еще много людей. Mm-hmm. Но пока что ты знаешь достаточно. Теперь слушай внимательно. У нас есть несколько правил. Никогда не переходи дорогу полицейским, мы им платим. И тебя они не тронут. Mm-hmm. Если зайти слишком...
слишком далеко, они придут за тобой. Угу. Платим мы им или нет. Если тебя арестуют, ничего не говори, и мы позаботимся о тебе. Я могу отблагодарить тех, кто мне помогает. Угу. А из тех, кто предал меня, мало кто выжил. Капишь? Да, мистер Сальери. Я рад. Сегодня я дам тебе возможность рассчитаться с ублюдками, которые испортили твое такси. Проверим тебя. У Морелла есть бар, куда ходят все его гориллы. Все они паркуют свои машины за забором возле бара. Mm-hmm. Если ты парень, что надо, завтра утром их там уже не будет. Полли пойдет с тобой на всякий случай. Зайди к Винченце за снаряжением и к Ральфу за машиной. Я не стал бы ему так доверять. Он, похоже, колеблется. Он принял твое предложение, потому что у него нет выбора. Посмотрим, Фрэнк, посмотрим. Меня больше интересует, что собирается делать Морелло. Неужели он решил начать войну? Винченцо — оружейный эксперт Дона. Они знают друг друга с младенчества. Достанет тебе все, что угодно. От Томми до гаубицы. Винни, он такой. Всегда навещаю его перед работой. Бонжорно, Винченцо. Чао, Полли. Это вот Том. Новенький у нас. Приятно познакомиться, Том. Что я могу сделать для вас? У нас есть одна работенка. Нужно раздолбать несколько машин. Вот вам классический предмет спортивного снаряжения. И на всякий случай есть еще пара коктейлей. Mm-hmm. Эх, можно выпить? А, блядь, это же... Блядь. Да. Однако с ними поосторожней. Спасибо, Винченцо. Mm-hmm. Это же коктейли Молотова. Если потеряете биту, это моего племянника. Mm-hmm. Заметано. Короче, понятно. Теперь мы в мафии. Но с машинами он управляется мастерски. Как такой придурок может вообще в чем-то разбираться? Ну вот так вот бывает иногда. Как гости? Как делишки, Полли? Здорово, Ральфи. Я вижу, все еще хромаешь. Так что у нас тут теперь двое инвалидов. Зато у меня с мозгами все в порядке. Ральф, это Том. Если пригонишь ему краденую машину, он сделает ее твоей собственной. И никто не заметит разницы. Mm-hmm. Ральф, у нас с Томом есть дельце одно. У тебя вроде должна быть для нас тачка. Точно. Вот она. Ага. Для гонок она не годится. Но вам подойдет, честное слово. Спасибо, Ральфи. Поехали. Угу. Короче, теперь можем покупать оружие и, скажите, как сказать? Может, ты заведешь? Можем красть оружие и что делать? Правильно. Можем еще, красть оружие, покупать оружие можем теперь и красть машины и, как сказать? Типа как в Сан-Андреаске их перекрашивать, ну то есть перебивать. Менты теперь нас не трогают, окей. Это уже хорошо, знаете ли. Ну что, мы почти подъехали. Кому ты там бикаешь, дядя, ты хоть знаешь? Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. С меня охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Круши машины битой, а потом устрой фейерверк. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятель. Как выйти-то, блядь? Алло, блядь. Блядь, что за хуйня-то? Ну а можно выйти? Как выйти-то отсюда? А как мне отсюда выйти, блядь?
Блять, еще бы видеть, куда ехать нахуй. Да, игра, конечно, желает лучшего. А как выйти-то отсюда можно? Как? Как заглушить-то тачку, не знаю. А, наконец-то, блядь. 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 О, нахуй. Да. Дай-ка посмотрим. Давай-ка посмотрим. Вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Как заглушить-то машину-то ебучую, блядь, я не пойму нахуй. Ну типа это никак. Как мне, блядь, долбоёб, заглушить-то твою... А, во. Нихуя. Так, могу запрыгнуть, типа, как-нибудь или что? Аккуратненько проходим. Сейчас мы его ёбнем. Аккуратненько. А все, мы только. Во-во-во-во-во, все, все будем. А ну чтоб они все взорвались. Да, им, они же не слышат нихуя, да? Ну давай, так взорвайся тоже. А, она не взорвется. Давайте вот так попиздим, блядь. Нормально, блядь. Ой, блядь, не то, извиняюсь. Как мне сесть-то в нее обратно, блядь? Алло, чел. Да, это можешь убрать. Как? А как мне садиться теперь? Ну, ой. Чел, блядь, может, ты сядешь? А, на ю, блядь. Где гей, короче? Ясно, блядь. Куда нам? Обратно? Да. Ну, такое прикольное задание. Прикольное. Типа, нам дают разобраться в механике боевки. Вот. Конечно, надо все перебиндить. Ну, не перебиндить, а поменять раскладку просто. Чтобы можно было садиться на F, чтобы это было привычнее, да? Типа, на F. А не на U, где G русская. Да, такое, блядь. Да. Не, прикольная игрушка, прикольная. Мне вот нравится реально сюжет, как в Сан-Андреаске. Там хоть графика тоже, типа, такая. Да, вроде тоже. Она вроде... Сан-Андреаска вроде более детализирован, чем данная игра, да? Чем Мафия. Вот, но... Это что, блядь? Ну, зато там в Сан-Андреаске такого нету, да? Это первое. Второе, типа... Ну, и там сюжет очень прикольный, как по мне. Ну, посмотрим. Мафию-то мы еще не проходили, да? Поэтому посмотрим. Но пока что мне нравится. Пока что мне нравится данная игра. Да. Тут даже мост есть, прикиньте, который открывается. Ой, открывается, блядь. Раздвигается. И что, он так долго будет? Ой.
А мы моргаем эти фарами, блядь? И все, погнали, блядь. Прикольно, кстати. Даже, это прикольная фишка, что тут мост раздвигается. Это прикольно. Тоже более реалистичная игра становится. Типа, я ни в одной еще игре типа, не видел вот такого, что мост раздвигается. И что за нарушение ПДД тебя менты арестуют. Хотя нет, видел, в NFC есть. В NFC, блядь, что? NFS. Need for Speed. Там тоже, если нарушаешь на тачке эти... Скорость? Скорость, да. Да, скорость. Да, нарушаешь скорость. Конечно, превышаешь когда скорость, там зато менты тоже гоняются. Но я пока что ни в одной игре не видел такого моста, типа. Интересно. А, точно. Watch Dogs. Ладно. Ну ладно. Но в любом случае, это прикольная фишка, как по мне. Как по мне, это прикольная фишка. Ой, блядь. Let's go. Нам сюда? Куда нам? Куда нам идти-то, чел? Ну, прикольно, мы теперь в мафии, прикиньте, ребята. А куда нам идти-то? А, вот сюда. Все, нам сюда. Ну, получается, нам сюда. А как туда зайти? Чё, блядь? Там сзади нет ничего такого. Как нам зайти-то сюда? Да, такое, честно говоря. А задание нельзя посмотреть как-нибудь? Осторожно! Да ебало, закрой свой нахуй, блядь. Извиняюсь, блядь. Вот бац, бар Сальери. Я вижу его. Ну и чё мне делать здесь? Например, мы здесь остановились, и... Как мне завершить это задание, блядь? Алло, блядь. Не, что обойти могу, блядь. А как? А, блядь, как в машину садиться. Да, такое. Такое. Мы вернулись, босс. Чудесно, садитесь. Все прошло хорошо? Босс, он создан для этого. Они и ртов открыть не успели, как остались без колес. А пока они это переваривали, мы смылись. Морелла сейчас кипятком писает, ага. Правда? Я рад это слышать. Томми, мужик, что надо. Что ж, добро пожаловать в семью, Томми. Ты прошел первую проверку. Это честь для меня, так сэр. Что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. И справился просто отлично. Отлично, парни. Давайте выпьем. Спасибо. Прикольно. Даже появились новые машины. Bolt as Ford. А, Fordor зеленый. Окей. Блять, окей. Ну что, я предлагаю на этом закончить данную серию. Мы прошли две миссии, целых две миссии. Конечно, можно и больше, но будем проходить постепенно. Вот. Потому что игра очень интересна, как по мне. Да, хоть не так детализировано, но интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, под колокольчик, чтобы узнать первыми о выходе новых видео. Вот для вас это, ну, реально 5 минут, ну и даже минута. Для меня это реально жесткая мотивация. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.